Вся моя жизнь прошла в объятиях. Мой мир стал больше, но и опаснее.
Если я узнаю больше о машинах, то научусь перехватывать управление. Но кожу я хорошо выдубила. Она не испортится. Эй, внизу, поберегись. Тур Апокалипипец, день второй. Мой отец читал тут лекции по истории. Третий курс эпоха пилотируемой военной авиации. С таким же успехом мог бы учить их средневековой осадной тактике. Мне было 8 лет, когда он умер. Thank you.
все это он построил сам. Столько воспоминаний. Без Раста это уже не дом. Мне тут больше нечего делать. Я должна была повидать тебя, прежде чем уйти. Когда ты прощался, я сказала, что найду тебя. Выслежу. Но ты все-таки сбежал. Тебе удалось скрыться. Конечно, ты был рядом. На инициации. Оберегал меня. Ты один поддерживал меня. Как всегда. Последний раз. Спасибо тебе. Я не растрачу зря твои дары. Обещаю. Я все сделаю. Я все пытаюсь разобраться, но ничего не понятно. Меня хотели убить, потому что я похожа на... женщину. Она старше, короткие волосы. Но почему? Что меня с ней связывает? Если это моя мать... Но она не похожа на Нора, нет. Но если она живет внутри горы, откуда тогда убийцам о ней известно? Чем больше узнаю, тем меньше понимаю. Мне нужно найти Олина. Чужака. Он был на празднике, перед инициацией. Они как-то разглядели меня через его визор. И он это знал. Мог бы сказать. Когда найду, он выложит мне все, что знает. И заплатит. Я, пожалуй, пойду. Хорошее мясо.
Вот это находка. И все это он построил сам. Столько воспоминаний. Без Раста это уже не дом. Мне тут больше нечего делать. Снегом меня не завалило. Что ты тут делал?
Неплохо. Металлические цветы. Хм. А почему бы и нет? Все закончится.
Это же охотничьи угодья? А чем ты здесь занимаешься? На тебе метка искателя. Слышал о таких, но никогда не видел. Матриархи разрешили тебе покидать священную землю и возвращаться? Да, но я бы ушла и без их разрешения. Вот как? Тогда мы можем говорить открыто. Я вообще-то веду дела с Карха. Я представляю группу из Меридиана, дом охотников. Мы берем к себе юных охотников после некоторых испытаний. Вполне возможно, ты нам подходишь. Не хочешь попробовать себя в испытаниях? Но имей в виду, я бы не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал, особенно кто-то из матриархов. А тебе ведь сюда нельзя. Да, мы с другом перешли границу и вернулись. Матриархи такое, мягко говоря, не одобрят. Мы ведь охотники. Ушли, потому что хотели найти новые стада машин. Потому нам и приглянулся дом охотников. Но Карха бы нас не приняли, если бы узнали, что мы Нора. Так что к ним мы ходили, одевшись как Карха. А потом стало казаться, что мы застряли между двух миров. Не совсем Карха, не совсем Нора. Мы стали скучать по дому. Мы вернулись и устроили свои охотничьи угодья. Думаешь, выйдет? Вот так, без позволения матриархов. Не знаю. Но мы не верим в их запреты. Отгораживаться от мира – это глупость, никому никакой пользы. Что за испытания? Дом устраивает испытания в разных охотничьих угодьях. Это твой шанс проверить свои навыки. И что я получу за победу? Повод для гордости. А еще метки, в зависимости от успехов. Здесь мы проводим испытания орудий. Каких орудий? Охотник должен уметь пользоваться не только луком, но и всем, что есть под рукой, что подвернется. Поймешь, когда начнешь испытания. Что такое дом охотников? Это сообщество. Мы состязаемся между собой, побеждая грозные машины. Дом расположен в Меридиане. Можешь сама там побывать, если выиграешь в испытаниях три полусолнца. Но знай, Нора они не любят. Выбери испытание, и я все объясню. Перебей жвачников, используя нити мед Карха и взрывную нить. Я засеку время. Они пугаются взрывов, поэтому используй прощу, чтобы загнать их в ловушку. Тут ты должна показать умение использовать подручные предметы. Стреляй по кучам бревен, чтобы они упали и раздавили машины. Не забывай, что с помощью прощи можно устроить взрыв и отогнать машину в нужное тебе место. Испытание стрельбы из лука. Нужно как можно быстрее сбить детали со спин жвачников. Мне пора. Я всегда тебя жду.